Болото для дядюшки с Эмма Мар 11-2015-13-23. Странное дело. Запад, вот уже горд угрожает отключить Россию от Свифт, а тут внезапно выясняется, что СВИФТ наоборот собирается пригласить представителя России в Совет директоров Представители СВИФТ. Правда? И раньше говорили что не собираются отключать Россию. Однако такого демонстративного игнорирования линии партии от них все же никто не ждал. Складывается впечатление, что Вашингтон стремительно теряет контроль над своими союзниками. Украина постепенно превращается для Штатов в новый Вьетнам. Недовольство действиями американцев нарастает с каждым месяцем. Канадские журналисты. Например, уже прямо обвиняют американских политиков во лжи. http http Так называемые экономические реформы – это не что иное, как тяжелое бремя для и так обедневшего населения страны. И они необходимы только для обеспечения займов кредитора последней инстанции – Международного валютного фонда. Банковская система Украины – это черная дыра кражи в особо крупных размерах, подчеркивает журналист. А государственные земли и предприятия по дешевке распродаются западным капиталистам, в то время как в стране бушует гиперинфляция. Житница Европы ввела карточную систему, чтобы прокормить собственное население. Ни о каких значимых политических реформах речи вообще не идет, добавляет автор. Global Research. В настоящий момент Украина символ гуманитарной катастрофы, которая всегда следует за вмешательством США, отмечает Лендман. Однако Нуланд, наоборот, голословно обвиняет Россию в том, что та посылает в Донбасс недосмотренные гуманитарные конвои, нарушая мирные договоренности. Однако Россия – единственный поставщик гуманитарной помощи в страну, которая в ней остро нуждается. Причем представители Международного комитета Красного Креста досматривают грузовики в соответствии с правилами, напоминает автор. Европейские СМИ и вовсе на перебой пишут о том, что Запад совершил большую ошибку, когда полез на Украину. На официальном уровне тоже идут вполне двусмысленные сигналы. Так, посол ФРГ в Вашингтоне заявил, что именно Ангела Меркель убедила Барака Обаму воздержаться от поставок оружия на Украину http://tas.ru Американцы оказались в весьма сложной ситуации Попытки спровоцировать Россию на оккупацию Украины провалились Попытки вызвать ненависть украинцев к Донбассу также пока что не увенчались успехом Власти Республик Донбасса действуют очень мудро Вместо скачек с лозунгами украинца на ветку они всячески подчеркивают, что ведут войну не против Украины, а наоборот за освобождение Украины от американских захватчиков, обратите внимание на очень показательную новость. Студенты вузов Донецка отметили 201-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Разжигать в такой ситуации ненависть между русскими и украинцами весьма тяжело, даже при наличии того тоталитарного контроля над СМИ, которым обладает сейчас Киев. Тем временем прошел уже год, и общая усталость от украинского кризиса продолжает накапливаться. Экономика Украины – достаточно прочная и инертная, как экономика любого крупного государства, держалась на грани достаточно долго, однако сейчас, похоже, уже подошла к той точке, за которой начинаются дефолт, гиперинфляция и прочие давно ожидаемые ужасы. Кстати, по данным американского экономиста Стива Хэнки, Гиперинфляция уже накрыла Украину Однако исходя из отношения оставшихся у Киева ЗВР и напечатанной денежной массы можно смело ожидать дальнейшие падения гривны до уровней в 150-200 гривен за доллар и ниже После этого про наличие вызванной Евромайданом гуманитарной катастрофы европейские СМИ будут уже не говорить в голос, а громко кричать Сегодня МВФ, кстати, примет решение, выделять ли Украине деньги. А если выделять, то сколько именно? Хочется, конечно, верить, что МВФ решит порадовать Киев несколькими миллиардами долларов кредита. Ведь тогда Россия сразу же получит моральное право затребовать себе 3 миллиарда из этой суммы. Но я пока что настроен несколько скептически. Если бы МВФ хотел выдать Украине деньги, он бы сделал это уже давно. В общем.. Какого-то удобного способа разрешения украинского кризиса у американцев нет. При этом речь даже не идет о тех наполеоновских планах, которые были у США в 2013 году, организовать базу НАТО в Крыму, использовать Украину в качестве кулака для удара по России. Сейчас дядюшке Сэму надо как-то выпытаться из украинских болот, сохранив при этом лицо. На этом фоне в Латвию пребывает американское судно Либерти-Промисс сотни американских танков. Вместе с техникой американцы перебрасывают в Прибалтику 3000 солдат из 3-й пехотной дивизии армии США, якобы для участия в учениях. http С какой целью американцы устраивают это шоу? Всерьез ожидать российской агрессии в адрес Прибалтики не приходится, России сейчас это совершенно не нужно. Прибалтика не имеет такого стратегического значения, чтобы начинать из-за нее еще один конфликт. Для решения политических вопросов в этом регионе у нас вполне достаточно экономических рычагов. Есть версия, что американцы хотят таким образом показать европейцам, что Вашингтон еще не сдулся под грузом внутренних проблем и может пока что поигрывать мускулами. Сейчас любая демонстрация военных возможностей актуальна. Ведь в Евросоюзе всерьез обсуждают создание единой европейской армии, которая позволит Европе более смело разговаривать с ее заатлантическим господином. Вместе с тем, надо понимать, что в Германии и прочих крупных странах Европы сидят отнюдь не дураки. Сказка о коварных русских, которые вот-вот захватят беззащитную Латвию, европейцев не испугать. Европейцы и сами активно используют миф о злых русских в своих целях. Если американцы хотят торпедировать создание единой армии Европы, им надо не совершать малоосмысленные жесты, а давить на конкретных европейских политиков, как они это мастерски умеют делать. Остается третий вариант. Эхо внутренней политики США. Позиции ястребов в Вашингтоне сейчас очень сильны, Обаму критикуют за излишнюю мягкость со всех сторон. Проведение учений в Прибалтике, на границе с Россией, позволяет ему сказать, вот, смотрите, я действую агрессивно, я не боюсь дразнить русского медведя из-за решетки. Обама должен был куда-нибудь ввести войска. Вводить войска на Украину ему очень не хочется, печальный опыт Вьетнама и Афганистана еще не успел забыться. А тут, пожалуйста, удобная возможность безопасно устроить красивое шоу. Нажрутся американские солдаты в ринге, осквернят а по традиции пару местных достопримечательностей, погрузятся в целости и сохранности обратно на самолеты и вернутся здоровыми обратно на базы. Никакого риска, никаких проблем. Подведу итог, с одной стороны, сохраняется серьезная опасность эскалации украинского кризиса. Плавное развитие ситуации ведет к поражению США, а Вашингтон проигрывать пока что не готов. С другой стороны, Обама тщательно избегает резких движений, так как понимает, что резкие движения могут превратить сложную ситуацию в катастрофичную. Пока что время работает на нас. Надвигающийся глобальный мировой кризис никто не отменял. Когда он накроет Штаты, американцам резко станет недовмешательство в чужие дела. Будем надеяться. До того времени Барак Обама будет продолжать тянуть резину и хотя бы этим попытается оправдать выданную ему авансом Нобелевскую премию мира. Leave comment, read comments. 384.